большие. Девочки, это так красиво. Как в ресторане будет. Вот простая форма. Простая форма. Вот такая. Стоит тарелочка. Вы ставите на тарелочку. Видите как? Вот так. Это простой вид. Ага. Вторая, значит, ну они поплотнее бывают. Особенно я беру всегда белые. Вот когда вот так делаю, я беру всегда белые. И если белая скатерть, представляете, белая скатерть. И они же не маленькие, а большие. И вот так вот их тоже ставится, вот так, в тарелочку. И вот это вот один ряд, второй ряд, вы знаете, как красиво. И третий заход, это всегда делается, чтобы были однотонные, но большие. И третий ход, очень красивые, особенно я беру такие, знаете, бордовые или красные. Они горят, как пламенем. И третий вот такой заход. Вы делаете вот так, треугольничком складываете, и потом делаете гармошечкой. Очень красиво смотрится на больших салфетках. Таких вот. Вот стоит тарелочка, то вы разложили тарелочку свою. Видите, как соединили. И вот тут скрепили. Вот видите, как? Вот скрепили, поставили на тарелочку. И вилочка, вы же кладете вилочку, ну, вилочка для того, чтобы держать. Вот тарелочка ваша, тарелочка. И вилочку вот так, чтобы она держала. Вот так. Вот так вилочка будет держать. И вот когда вот этот фунт большой, и подбираете к своему столу, вот это бордовое или красное, вот так идет, это такая красота, как будто пламенем все горит. Поэтому, девчата, это спасибо. Спасибо большое.